Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Зловещие Мертвецы 2. Сейчас я зайду домой и посмотрю. Так, у нас есть бинт. И у нас есть патроны. 100 патронов? А ну подожди секунду. Так, сейчас 1131 патрон. Да, 100 патронов, нормально. Это хорошо. И у нас есть задание. Найти руби, зацепки. Ну что ж, отправляемся. Ух ты! Почему у меня лопата была? На тебе. Так, зомбаки. Ой, подожди, в смысле? Кто, кто? Бешеный чувак этот, смотри. А, оглушен. В смысле, чем я оглушен? Я не понял, я не могу двигаться, да? И не могу бежать, не могу двигаться. Нормально, таки меня оглушили. Так, перекладываемся. Фига, подожди, подожди. Чё-то началось как-то странно все. Используем. Использовать. Нормально. Так, а у нас нету что поесть? А, вот есть. Давай, используем. Есть. Так, найдите потаенную комнату. Так, где потаенная комната? Так, зомбаки, вы мне пока не нужны. Мне нужно потаенную комнату найти. Так, это сейчас мы сейчас туда заходим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сколько зомбаков. Так, есть, готовы. О, есть гранатка одна. Так, ой-ёп. Так, 1000 патронов. Подожди, откуда они берутся? Они, мне кажется, откуда-то берутся, непонятно откуда. Гады. Либо они очень быстро ходят. Вроде бы недолго, но смотри, давай досчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Вот они идут. Сейчас мы их подзорвем. Все, готовы. Так, тут мне тут гранатки дают. Одна гранатка. Я думал, они мне больше дают гранат. Так, идем, отправляемся дальше. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. В смысле, что такое? Как я так не заметил это? Офигеть. Пёска, смотри вообще. А их это ловушки не задевают, да? Есть, готово. Есть. Так, пока сейчас перезарядочку сделаем. Есть, готово. Да в смысле, где? Где, чё? Мне такое чувство, что не было на полу ничего. Так, на полу нет ничего такого страшного. Так, готовы.
Убираем это все и завал. Вот у нас, видишь, что лежит. Бомбочка. Так, здесь у нас ничего нету интересного. Ох ты, откуда ты вылез? Ты кто такой? Зомби-мусорщик, иди нафиг. Опять, сколько вас много здесь, а, гадов. Да конечно, сейчас, подожди. Да, жесть какая. Жесть какая, да? Ух ты. Да эти ловушки меня достали уже. На три ковыляет быстро, а? Нормально. Патрончиков я конкретно потратил. И здесь мы будем искать поиск. Поиск Руби. Ух ты! Потаенная комната. Так, ищем Руди. Ух ты, подожди, обезвредить сразу. Миссия завершена, найти Руби зацепки. Так, зацепки, да, нашли что-то. Что нашли, непонятно. Ух ты, бензин. Ну блин, я не могу взять бензин. Давай сразу день ракет и выполним задание еще. День ракет. В этом месте, мы практически в этом же месте. Тут много зомбаков. Сейчас они активизируются. Вот они идут как раз сюда. Мы сейчас сделаем им фейерверк. Сейчас они подойдут поближе. Все, мы сейчас их сюда позовем. Так, давай иди ко мне. Все, подходим поближе. Все. Кусок серебра получил. Патроны, 30 патронов. Хорошо. Вот еще зомбаки. Давай, пошли с нами. А, здесь раньше, в принципе, по идее, здесь раньше был этот, бомба. Вот, а, ну мы сейчас сюда их поведем. На вот эту бомбочку. Ждем. Давайте быстрее, шустрее идем. Вот сюда. Сейчас мы их сюда позовем. Поближе, поближе встаем рядом с бомбочкой. Сейчас быстро обежим их. И здесь сейчас они стрелим. Подойдут они поближе. Есть, все готовы. Готовы. И откуда-то вылезли новые. Так, нету здесь у меня еще мин. Сейчас посмотрим, где-то здесь еще было, были. Одна или две. Нет, здесь нету. Надо как-то с ними разобраться. Где-то у меня была... А, я выбросил ее, что ли, уже? А, нет, вот она, одна ракетка. Есть, готовы. Так, все готово, отлично. Теперь отправляемся сюда. Но надо будет еще подлечиться. Хотя, давай не будем подлечиваться, попробуем. Сможем мы с такими своими жизненными... С такой жизнью 66 пройти эту миссию. О, нет. Зомби. Плохой. Плохой зомби. Бешеный. Эй, ты откуда взялся, гад, а? Так, одна бабища осталась.
Так, ждем вот этих чумаков. Сейчас чумаков этих. Сейчас, если они выйдут, чумаки. Вот они идут, чумаки. Их сразу нужно уничтожать. Вот, все, уничтожили. Вот, еще идут. Тут, в принципе, надо этих опасаться. Главарей. Ну как главарей? Сейчас неизвестно, с какой точки они подойдут. А, вот они идут. Вот этот зомбак, он самый такой опасный. О, и тут он, блин, смотри, а, гад. Шестьдесят четыре зомбаков надо убить. Чай. Вот, все, миссия завершена, отлично. Мы выполнили миссию, теперь можем отправиться домой в город. Возвращаемся в город. Сразу получим вознаграждение. День ракет. Забираем. Деньги. 2300. А мне нужно 4000. Чтобы купить автомобиль. Ну, давай поговорим с Чаком. Привет, Чак. Я все выполнил. А, ну, неважно. Попробуй снова просмотреть на улики, которые мы нашли. Они ведут к радиостанции за городом. Найти Руби, радиостанция за городом. И этому чуваку я сейчас продам эти все вещи. 3000, мне не хватает еще 1000. Так, вот эти-то, может тоже вот это продадим, мне пока оно не нужно. Вот эти патроны тоже продадим. Оно в сундуке у меня, что интересное, в рюкзаке. Сейчас мы все эти патроны продадим, которые мне... Я, в принципе, их не использую. В данный момент. А эти у нас 600 стоят, да? Ух ты! Я смогу купить автомобиль? 16. А, подожди. Знаешь что? 400 сейчас сделаем так. Сначала вот эти продадим. Сейчас они мне не нужны. Вода 10. Сейчас я куплю. Сейчас, если будет 4000, я куплю себе авто. Все. Отлично, деньги появились, я покупаю себе автомобиль. Машина готова, только для тебя особая цена, 4000. Окей, согласен. Все, дорогие друзья, я купил, можете меня поздравить, я купил автомобиль. Офигеть. Сейчас посмотрим очки умения. И что-то здесь еще интересное. У меня сундук... А, рюкзак у меня увеличился, транспорт. Использование с скоростью 20 км в час, расход 40 литров на 100 км. А этот? Сколько? 20 литров используется. Бонус к камуфляжу 16%. Конечно же, используем пикап. Все. Теперь у нас расход меньше в 2 раза. Бонус к камуфляжу еще дается. О, смотри, у нас рюкзак чуть-чуть увеличился, нет? Так, ну, в принципе, не знаю. А, ну, у нас еще умение. Давай умение активируем сразу. Разговор. У вас появляется вариант разрулить некоторые посредством разговора. Давай, разговор. Вот так. И еще, значит, что можем добавить? Целительство. Увеличивает скорость исцеления. Вот это самая достаточно-таки полезная вещь. Тоже увеличим. Вождение. Потребление бензина. Потребление газа. Так, это тоже можно было бы активировать. Но пока у нас уже не хватает очков умения. И у нас открылся мэр. А мэр открылся? Нет? Подожди.
По идее, мэр должен открыться тоже. Смотри. Мне нужна машина откроется на 21 уровне. Если я купил автомобиль, это значит, я мэра еще не открыл. Ну что ж, ладно. В следующей серии мы попробуем открыться до 21 уровня. А сегодня заканчиваем серию. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте палец вверх. Пишите комментарии, а также нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока.